Здравствуйте, уважаемые друзья и зрители канала. Приветствую вас. Я мастер Катя. И мы начинаем. Это любовный вызов, старинный, салонный вызов, очень простой. Вам нужна свеча, вам нужна иголка. Берете свечу и иголкой на ней выцарапываете имя того, кого вы вызываете, а потом втыкаете эту иголку в свечу параллельно фитилю по самую ушку и зажигаете свечу. Вот мой корявый рисунок, давайте посмотрим. Вот свеча, вот у нее тут фитиль. Такой вот. Вот ваша иголка. Ушко сверху. Вот, видите? Сначала как писать? Все спрашивают. Справа налево, слева направо или как-то еще. Вот, смотрите. Вот наша, значит, свеча. Боком вы ее держите. Вот фитиль с этой стороны. Берете иголку, эту иголку и пишете. Вася. Или кто там у вас. После этого вы берете вот эту вот самую иголку, которую вы выцарапывали. Вот. И ушком сверху вот так вот втыкаете ее в свечу рядом с фитилем. Вот у вас ушко получится сверху. Можно вогнать поглубже, но насколько вы сможете вогнать, зависит от того, насколько у вас мягкая там или толстая свеча. Вот. После чего вы 7 раз читаете этот коротенький заговор, сохраняя вот такое желание встречи и представляя, как этот человек идет к вам. Годится для мужчин и для женщин. Если для женщин, то будет: не свечку я нынче иголкой пронзила, я сердце имя человека иголкой пронзила. Теперь не придется скучать мне одной. Придет он ко мне и будет со мной. Аминь. А мужчинам: не свечку я нынче иголкой пронзил, я сердце имя женщины иголкой пронзил. Теперь не придется скучать одному. Ко мне она скоро придет. Будь посему. Аминь. И свечу оставить догорать, из чего следует, что лучше не берите большую свечу. И здесь даже, в принципе, можно взять свечку такую. Если восковой нет, то, в общем, можно взять даже и какую-нибудь парафиновую, стеариновую. Здесь это не так-то уж важно. Здесь важен именно тот момент, что та игла, которую вы писали, это имя, потом раскаляется на этом пламени. Вот. На этом, собственно говоря, основан вызов. Да, ну, естественно, я это не сказала, сейчас говорю, кто дослушал, молодцы. При всех вызовах со свечками обязательно нужно приоткрыть окно, чтобы ваш посыл пошел, и когда свечка потухнет и пойдет дым, чтобы этот дым ушел в окно. Это действенный вызов, хотя кажется, что такой какой-то милый, но тем не менее он хорошо работает, проверенный.